С самого раннего детства нас окружают книги. Они становятся неотъемлемой частью нашей жизни. С книгами мы познаем мир, учимся мыслить, сопереживать, любить, восхищаться, находить тонкую грань между добром и злом. Открывая книгу, мы открываем мир. И чтение должно занимать в жизни любого школьника очень важное место. Мы надеемся, что у каждого из вас уже есть дома своя мини-библиотека, и вы наверняка читаете все, что нужно по школьной программе. Но сегодня мы познакомим вас с книгами, которые должен прочесть каждый школьник. Мы прибыли в Волгоградскую областную детскую библиотеку. Здесь настоящий рай для читателей нашего возраста. Первая книга, с которой мы вас познакомим, это «Путешествие Гулливера» Джонатана Свифта. В центре рассказа «Путешествие Гулливера» сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей. Здесь столько увлекательных приключений и такие разные страны и народы, что эта книга обязательно понадобится вам в копилочку. Городок в Табакерке Владимира Адаявского также заслуживает особого внимания. Это не просто сказка. Эта книга учит на примере Табакерки познавать окружающий мир. Здесь ребенок оказывается в Табакерке и пытается разобраться, почему же одни персонажи угнетают других, и оказывается, все тесно взаимосвязано. Если не будут работать одни части Табакерки, то они и не будут заставлять другие механизмы двигаться, и в итоге музыка перестанет играть. А во главе всего этого сложного устройства восседает царица-пружинка. Она в Табакерке самый главный механизм и двигатель всего. А еще одна книга для обязательного прочтения – «Снежная королева», которую написал Ганс Христиан Андерсен. Эта книга меня многому научила, то, что у злых и жестоких людей никогда не бывает друзей. Очень достойная книга Бориса Полевого. Повесть о настоящем человеке. Она посвящена подвигам советского летчика. В этом патриотическом произведении рассказывается о том, как летчик-герой, несмотря на тяжелую судьбу и многочисленные ранения, вернулся в строй и продолжал служить родному народу. Друзья, это всего лишь малая часть того, что стоит прочесть каждому. Мне очень интересно, а что еще читают современные школьники? Пойдем узнаем. Девочки, а какие ваши самые любимые книжки? Моя самая любимая книжка – это «Чук и Гек» Аркадия Гайдара. Она мне нравится, потому что в ней мальчики очень смешные и озорные. А твоя, Лер? А моя любимая книжка «Маленький принц», потому что в ней рассказывается простыми словами о главных ценностях в жизни. Спасибо, девочки. Арин, поделись, что ты на данный момент читаешь? Я нашла очень интересную книгу о планетах и Солнце. И чем же она тебе нравится? Я хочу знать, как устроена наша планета Земля. А вот моя любимая книжка Кати Матюшкиной «Код да Винчи. Улыбка анаконды», где жители звериного города обеспокоены кражей знаменитой картины загадки «Улыбка анаконды». За следствие берется знаменитый кот, сыщик и гений Код да Винчи, который не боится ни преступников, ни преступлений. Друзья, сегодня мы познакомились с новыми книгами. И наш совет – читайте хотя бы по 30 минут в день. Чтение способствует повышению грамотности, развитию интеллекта и дает нравственное и эстетическое воспитание. А ну-ка скорее вставайте с диванов и бегом за новой книжкой в библиотеку!